15 февраля в торговом доме «Библиоглобус» на заседании философского клуба состоялся диспут «Существует ли астероидная опасность для планеты Земля?». В основу диспута легли результаты современных исследований в области астрономии. Опасность приближения астероидов является серьезной проблемой для всего человечества. Но уделяется ли этой проблеме должное внимание сегодня? На этот вопрос, предвосхищая выступление приглашенного докладчика, попытались ответить участники клуба. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук Натан Андреевич Эйсмонт, рассказал об астероидной опасности. Ученый акцентировал внимание собравшихся на том, что помимо выявленных и известных ученым опасных астероидов, есть и угроза нападения на Землю астероидов, науке ученым еще неизвестным.